Моє вітання, ви дивитесь. ITV. сьогодні в нашій студії депутат Сумської міської ради, голова Асоціації будівельних підприємств Віталій Жуленко. Ми вітаємо вас, Віталій Миколаївич, в нашій студії. І поговорити сьогодні хочеться трохи про місто, про перспективи, про те, що будується в місті, як будується і що може ще найближчим часом за умови, звісно, фінансування з'явитися в обласному центрі. Тож, ви керівник асоціації будівельних підприємств. Що це за організація? Коли вона була створена і з якою метою? Двінадцятому. Году я создал ассоциацию строительных предприятий. Поначалу там было немного предприятий, порядка 7, сейчас около 20. Целью создания этой ассоциации было объединение строителей в городе Сумы. Пусть не крупных, в Сумах есть много крупных предприятий, которые сами могут вести деятельность свою независимо от каких-то ассоциаций. А есть маленькие предприятия строительные у которых, может быть, не хватает опыта, не хватает каких-то кадров, не хватает возможности общения с властью. Ведь множество объектов, которые делаются, делаются на субподрядах. Крупное предприятие набирает себе маленькие организации, которые точечно выполняют те или иные работы на подряде. В любом объекте. То есть, собрали с целью… Объединить. Надать работу или защитить от совместно uh -huh. сделать какую-то работу более быстро и более качественно, и также совместно достичь каких-то результатов в защите прав членов этой организации. Uh -huh. а чем может быть и ассоциация для путевольника? если можно навести приклады? Есть предприятия, которые работают профильно, ну, назовем так, будем сказать, это не крупные предприятия, uh -huh. у них нет лицензии, но работы они выполняют очень качественно профильные, а для выполнения тобто, вид робити, да, есть работы, которые специфические, uh -huh. которые она не может каждое предприятие себе позволить. Ну, там, точные работы, будем так говорить. Помню одно из предприятий, мы приглашали из Шостки для того, чтобы на фонтане Садко отреставрировать саму скульптуру. Uh -huh. Это предприятие приехало, сделало все возможные там такие и невозможная процедура, и продлила до сегодняшнего дня я хожу, скульптура еще более-менее в хорошем состоянии находится. Это специфические работы. В сумах их никто не делал mm -hmm. на тот момент. То есть возможность, в принципе, надать дату вот таким организациям работу? Да. Возможность да? где-то их брать на подряд, возможность mm -hmm. где-то помощь в заключении договоров, возможность даже помочь им получить в дальнейшем лицензию. Ну, ми, в принципі, ви вже сказали, що сьогодні підприємство 20, да, вже на сьогоднішній день в асоціації. Да. А чи є межі для для Нет, кількості? Ні, границ ми не бачимо. Ми готові приглашати всіх строителей в місті Суми і совместно рухатися для досягнення не тільки хороших результатів в діяльності підприємств, но і для сумчан, это буде намного лучше, я думаю, когда професійно будуть все підходити к виконанню роботи. Чи може це якось, скажімо, так, здешевити замовлення, якщо таким чином залучати до роботи будівельників? Ми бачимо економічне положення в країні і очень тяжело сказати, що штота будет діше'ять. Ну, в принципі, буде оптимальна ціна співвідношення ціни і якості? Да. Тож, пане Віталію, ви як будівельник маєте значний досвід? Да? Об'єкти, над якими ви працювали? Ви вже згадали той же фонтан Садко? Вони до сьогодні служать людям. А я хочу згадати лише от, приміром полігон твердих побутових відходів в Бобрику. Ви його зробили за два з половиною місяці. Яка ситуація сьогодні на цьому полігоні? Як довго він зможе ще пропрацювати? Да, строительством полигона я горжусь. Это был первый такой серьезный объект, который был сделан за такой короткий срок. Будем говорить так, работали 24 часа в сутках. На сегодняшний день полигон существует, полигон все равно находится там в тройке или пятерке лучших полигонов в Украине. Я, когда бываю в других городах, обязательно стараюсь заехать и посмотреть, как обстоят дела в других городах с вывозом мусора и с полигонами. Мы видим, что срок службы этого полигона подходит к концу. И на сегодняшний день заключается договор на новую землю. И, скорее всего, в этом году или в следующем придется начать строительство нового полигона. Он не безграничен. Вообще он должен закончить был свою работу пару лет назад. Тобто вже пролонгований да, да договір да. оренди. Ну, все ж таки, знаєте, ми всі пам'ятаємо, що в ті роки, аби вирішити проблему вивазу сміття з обласного центру, тоді ми з вами навіть у розмові перед ефіром говорили, що міському голові доводилося стати на коліна перед жителями сироватки, аби дати якийсь люфт, да, щоб збудували, щоб як уникнути подібної ситуації ми зараз? ми знаємо, що політика річ, і Тоді в сироватки. Служилася так політична обстановка. Жителі були проти. того, чтобы на территории ну, Сыроватки uh -huh. был полигон ТБО. Они всеми силами, правдами и неправдами, пытались перекрыть дорогу, не пускали транспорт. И на тот момент мэр сделал опять-таки невозможное. Сделал то, чтобы полигон Сыроватский еще несколько месяцев попринимал мусор. А вы за этот период сбудовали новый? Да, за это время мы попытались быстро и качественно сделать полигон. В конце концов, вийшло качественний хороший полігон, який служить до сьогоднішнього дня. Поки служить. Ну, буде служить. У нас немає іншого виходу. Через рік буде критично. Поки год ми зможемо експлуатувати этот полігон. Через год буде вже проблема. Мусор Ви, як никуда. депутат міської ради, піднімали це питання? Конечно. Я постоянно піднімаю. На меня многие обижаются за то, что я мусирую этот вопрос. Думают, что у меня только там какие-то интересы как строителя. Нет. Я как сумчанин и как человек, который строил этот полигон, mm. пытаюсь продлить его службу. И сделать его таким, чтобы не было стыдно перед другими областными центрами за наш полигон. А в чем же питание Немає коштів, чи це занадто дорого, чтобы его так утримать? Прежде всего, наверное, это и политические вопросы. Сейчас Бобрик... Село входит в Сыроватку, ну, в громаду Сыроватки. Угу. Получилась как бы земля вообще района Краснопольского. Теперь, возможно, это объединение будет связано и с объединением Земли. Нужно было продлять договора. Мы знаем все моменты, которые у нас в области, город не дружит. Поэтому вроде бы все движется, но такими маленькими шагами. Уже два года назад должен был быть новый договор аренды, и два года назад. Должне були до будівництва нового мусорного полігону. тобто питання, яке сьогодні на часі потребує негайного вирішення. Наскільки да. я розумію, Якщо єсли в этом году не начать строить полігон. То в следующем році може бути критична ситуація. Uh -huh. Ну от в 2010-му, після багаторічної паузи, ви сьогодні вже згадували про цей об'єкт. На раді сумчанам відновив свою роботу Фонтан Садко в самому центрі міста. А які роботи тоді були проведені, окрім тих, скажімо, специфічних, які ви вже назвали, і наскільки великий ресурс має ця споруда? Тому що для нас, для сумчан, це скажімо так. Ми не можемо ходити так з документів, які на той момент піднімалися, це був проект. В 1976 году разработан проект, не знаю, в каком точном году был закончен, закончено строительство фонтана Садко. И вот до 2010 года мы можем посчитать, сколько лет, порядка 30 лет, он прослужил сумчанам. Гранит, который на нем был, уже устарел, его половину переломали, побили стяжка высыпалась, изношен был также трубопровод, насос был старого образца, неэкономичный, не давал то давление уже, форсунки были пять раз расточены, переточены. Сделали все возможное, чтобы в таком виде, как сейчас, он был и существовал. Да, есть моменты, когда мы спорили на тот момент с мэром, недоделаны некоторые вещи, которые бы украсили его, и город Сумы видел, видел бы фонтан намного лучше. Возможно сделать подсветку. Сейчас нужно сделать стяжку, осветить фонтан. И я думаю, люди, которые были в Дубае, видели поющие фонтаны. Вот там можно сделать что-то похожее. Да, нужно немножко больше автоматики, немножко больше ресурс туда вложить. Но это была сейчас это визитная карточка города. Ведь такое сооружение на перекрестке этих дорог видят все, кто приезжает в Сумы. Когда он работает, это очень красиво. А если мы его приведем в более такой современный вид, это поющие фонтаны, стреляющие фонтаны, то мы будем видеть вообще красоту. Будем Нет. пытаться, я как депутат буду пытаться, думаю, беседовать с мэром и просить у него на следующий год привести этот фонтан вообще в, ну, в такое идеальное состояние и Новим його, зробити, оновити його Ну, все ж таки від е, минулої реставрації, да, от 9 років минуло, вже на часі, мабуть, якісь нові е, ремонтні роботи. Я гадаю, що за 9 років і мережі теж вже зносилися. А що можна буде, крім зовнішнього вигляду, можливо, зробити його більш ну, довговічним? Заміна цих сітей, <кій> вона там необхідна на 90%. Але якщо змінити сети, то можна одразу ж его конфігурацію. Пол, mm -hmm. ну, не, не трогая гранитную часть. Внутри фонтана, она уже вся устаревшая. Вот эти вот струи, которые бьют, они не такие красивые, как могли бы быть на современном оборудовании. Mm -hmm. То есть, есть проект, как изменить? Есть желание. Проект можно сделать. Мы видим маленький фонтан, который напротив памятника Сахару. Mm -hmm. Когда его привезли, как он начал работать, разные высоты струй, разное давление подавалось. Детки бегающие, красота была. Сейчас он чуть-чуть не так настроенный, работает mm -hmm. в обычном режиме. Але можна таку красоту зробити на фонтані садко. Прекрасно. Ну якщо ну, будемо говорити не лише про затив, мені хочеться згадати ще декілька об'єктів. Я про е, міст по вулиці, 20 років перемоги і е, вулицю Ковпака. Багато свого часу говорили про неякісно виконані роботи будівельниками. Втім, Смотрите, те, що зроблено, стоїть ну, досі. Да. Ми на сьогоднішній день можемо говорити про многих опорних ну, проблемах, які угу. є на цих об'єктах. Мост 20 лет Победы простоял 20 лет недостроем. Был губернатор, который смог воплотить идею там, сумчан, строителей, Вегера Александра Алексеевича. Мы сделали развязку очень сильную. Нету этой грузинской дороги, угу. транспорт пошел намного быстрее. В прошлом году Вегера достроил все-таки дорогу, по которой сейчас быстро очень быстро можно добраться до улицы Романской, до улицы Белопольской. Те работы, которые, говорят, выполнены некачественно, пусть завидуют, все сделано, я считаю, за такой срок, который был у нас, сделано качественно, и то, что простоял мост, уже тоже, по-моему, мы его в девятом году достраивали, за всем нужно следить. Этот мост, опять-таки, он недоделан. Внизу не уложены плиты на откосах. Поэтому идет Примыкания, которые под мостом, они ссовываются. Uh -huh. Нужно укрепить, доделать немножко, и все будет там в порядке. То, что волны какие-то, еще что-то, ну, это нюансы, это все просаживается. Мы помним дорогу на другую сторону, 20 лет победы на Прокофе, а там uh -huh. вообще у нас были волны, усадка, грунта. Быстро объекты, которые делаются, так всегда и получается. Но про эти проблемы знают сегодня месте? Я знаю, Вегера знает. Те, кто обслуживают дороги, тоже знают. Может быть, кто-то. Кому это нужно и кто вникает, они знают. Улицу Колпака, вы вспомнили, ее проверяли больше 20 раз. Угу. На сегодняшний день она стоит. Улица Колпака построена в 2012 2013 году, и там нет еще одного слоя асфальта. На сегодняшний день по проекту не выполнен еще один слой асфальта. Будет выполнен? Я же не знаю. Уже наверное, уже, наверное, нет, потому что организации, которые тогда, не организации, а проектанты, которые тогда это ну, пропонували по-украински, mm -hmm. уже, наверное, новое, новую нужно технологию использовать. Все-таки тоже проходит mm -hmm. время, технологии меняются. Разрытие. Улицу Ковпака угробили разрытия. Под улицей Ковпака очень много сетей и водоканала, и теплоэнерго. И газовики, и электрики. Когда коснешься, едешь, смотришь, это разрытие уже за последние несколько лет они проходят. Там строится много новых сооружений, зданий, гостиницы, магазины. Все пытаются подключиться к сетям. И никто не хочет удорожить свой объект, а хочет угу. как-нибудь быстренько прорыться, подкопаться, сделать это, ухудшает дорожное полотно. Ну, в принципе, короче. Користуется... Но как развязка, да. да. Сейчас развязка. Там было две полосы, сейчас четыре. Тот транспорт, который ехал по двум полосам, там только маршрутки могли разминуться. Mm -hmm. Сейчас вполне проходная способность, проездная способность транспорта там увеличена. Все нормально. Якщо перелічувати об'єкти до найбільш вагомих для сумчан, я можу ще назвати поле для хокею на траві в дитячому парку Казка і тенісні корти в парку Кожедуба. До речі, якщо не помиляюся, програма було передбачено ще й будівництво критих кортів. І до минулого року навіть була зареєстрована петиція з цього приводу від сумчан. Чи є на це кошти у міста? І це вже знову ж таки до вас питання як до депутата міської ради. Ми знаємо проблему. с деньгами в городе, с бюджетом. На сегодняшний день выведено очень много предприятий из сумм. Бюджет недополучит порядка 70 миллионов, может быть даже и больше. Поэтому какие-то работы, я думаю, придется приостановить, заморозить до лучших времен. Вернутся эти предприятия в город, значит налоги придут в город. И мы, как депутаты, сможем максимально подостраивать то, что начато. Корты на сегодняшний день существуют, действуют есть возможность в три раза их увеличить. разговаривали о проекте крытых кортов, там разговаривали mm -hmm. о проекте земляных кортов, тенниситных кортов всевозможных. Если будет желание у руководителя этих кортов и он будет всячески развивать теннис, то конечно же нужно достраивать. все зависит от руководителя. если руководитель хочет ну, данное предприятие это коммунальное предприятие, mm -hmm. теннисная академия, если он будет развивать все, там у себя и просить городскую власть, то, я думаю, все можно сделать. Было бы у него желание. А возможности, я так понимаю, у предприятий, которые входят в ассоциацию будевельных предприятий, есть? Если не у этих предприятий, то у других есть возможности. Ничего сложного нет с этими кортами. Сложнее было с полем для хоккея на траве. Мы его сделали немножко меньше по стандарту, потому что там идет коллектор, газовая труба. Попытались, первый проект, который я взял в руки, я закрыл его, сказал, это строить не буду. Он был с таким железным громоздким забором, с ливневками по периметру, ливневки дорожные, с такими щелями сантиметров по 5. Я говорю, я это строить не хочу и не буду. Мы поехали в Германию, посмотрели там все, изучили с головой Федерации хоккея на траве, с Родион, Родион тогда был. Угу. Все изучили, приехали сюда, переделали проект и в том виде, в котором сейчас есть поле для хоккея на траве и весь стадион, он существует. Это Похожий стадион на европейский. Всегда. Мы же в Европу движемся. В Європу нужно двигаться не тільки на бумаге і получивши паспорт, поїхати туди работать, а об'єкти повинні бути більш-менш європейські. Ну от бачите, ми скільки об'єктів сьогодні з вами згадали, перелічили. І все ж таки, я так розумію, все, що будувалося, сьогодні потребує догляду, щоб за ним дивилися, ремонтували вчасно, і все це міське господарство потребує коштів. І все ж таки, хочеться європейських об'єктів, хочеться європейського міста, яким би ви взагалі, от як депутат, як людина, яка вміє побудувати, яка знає. Я как как эти, хоть и в областный центр. Мы должны сказать Лушпе очень большое спасибо. То один памятник есть, можно еще один ну, поставить ему. В то время, когда он руководил городом, все эти улицы, все эти крупные объекты сейчас заврят за романтику. Угу. Это, будем так говорить, изумруд в нашем городе. Если его привести в состояние рабочее, он украшает наш город точно так же украшает город библиотека имени Крупского. Нет в других городах таких объектов. Они есть, но намного меньше, намного слабее. Те улицы, которые сделал Лушпа, чуть-чуть ему не хватило. Если бы он сделал Красногвардейскую, как Харьковскую и Романскую такой же ширины, мы бы еще лет 10 не знали, что такое пробки в городе. Когда заезжаешь в другой город, областной угу. иногда, и смотришь там на эти улицы, ширину их, которая там по 12 метров, то удивляйся. Я думаю, пусть нам завидуют, завидуют молча. Мы будем всячески стараться делать наш город красивее и лучше. Много критики идет на мэров, на предыдущего, на сегодняшнего. Не дело в одном мэре. Дело еще и в депутатах, и дело в жителях. Мы, как жители, все сумчане, должны максимально понимать, что город — это наше жилье. Каждый у себя дома — Наводит красоту. Выходим в подъезд, подъезд обцарапанный, его же не пришли соседи обцарапать. Это детки наши. Мы их не научили, значит. Угу. Мы видим на улице сломанные деревья, вырванные цветы на клумбах. Это опять-таки наша культура воспитания. Максимально каждый должен в себе сделать Европу. Потом мы ее сделаем в городе, а потом Европа будет нам завидовать. Ну що ж, я вам дякую сьогодні за розмову. Хочу нашим глядачам нагадати, що в студії телеканалу АТВ був депутат Сумської міської ради, голова асоціації будівельних підприємств Віталій Жиленко. На сьогодні все втім лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна тематична і вчасна інформація. На все добре.